Ведущий шоу «Дом-2» Антон Беккужев рассказал в интервью с Юлией Ягофаровой, как артистка Ольга Бузова справлялась с разводом с футболистом Дмитрием Тарасовым. Он заявил, что Бузова всегда старается сохранять позитивный настрой, даже когда ей плохо. Телеведущий отметил, что звезда тяжело переживала развод с футболистом. Однако, несмотря на проблемы, она вела себя профессионально на съемочной площадке. Беккужева отметил, что очень хорошо относился к Бузовой. Он заявил, что артистка прекрасна как в кадре, так и за кадром. По словам телеведущего, певица всегда без понтов и на позитиве.